С 1 июля вступили в силу законодательные нормы, реализующие очередной этап ограничения продажи алкогольной продукции, в том числе пива. Теперь пенный напиток крепостью свыше 5% должен исчезнуть с прилавков павильонов и остановочных пунктов. С этими изменениями связан запрет продажи алкогольной продукции, в том числе пива, в нестационарных объектах торговли, запрет продажи пива на всех видах общественного транспорта и на остановочных пунктах. Но в связи с этим у нас будут запланированы рейды совместно с полицией. Все свидетели нарушений правил продажи алкогольной продукции могут обращаться в отдел по торговле, ценообразованию и тарифам по телефонам горячей линии 53 57 67 и 53 57 63.